Друзья, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на своем канале «Вязаные истории». И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами мастер-классом вот такого мешутки. У него необычная форма ножек, они у него ввязываются спереди, и мешутка довольно-таки устойчиво сидит. Вот такой вот малыш. Есть у него также кофточка, связанная крючком, и если будут желающие, мы можем ему связать даже одежку. Но по мне так как-то без одежки он смотрится симпатичнее, видно его как раз интересная форма, необычная, а с одежкой вся форма теряется и уже не тот результат. Вот такая у него есть кофточка на пуговичках. Здесь есть еще сарафанчик. Сейчас его вам тоже покажу сразу. Вот, так что, если вам нужно описание вязания одежки, напишите мне об этом, я его тоже обязательно сделаю. А если нет, то и не буду, как бы мне почему-то не особо понравилось, как он смотрится в них. Сейчас одену сарафанчик и покажу. Смотрите, я связала ему ей вот такой вот простой сарафанчик, но за счет пряжи, перехода цвета, он смотрится интересненько. Плюс у него еще вот такие вот бретельки, они кружевные. Вот такой вот сарафанчик, платьишко есть у этой Мишеньки. Сейчас я расскажу вам о материалах, которые нам понадобятся для создания вот такой игрушки. Я использую пряжи Гималая Dolphin Baby. Здесь 100 грамм, 120 метров. Цвет, из которого я буду сейчас вязать, номер 80342. Он такой светло-серенький, даже немножко с бежевым. Очень красивый цвет, приятный. Так, понадобится нам эта пряжа. Вяжу я крючком 4 мм. Наполнитель. Я использую вот такой вот. Не шариками, а обычно называется он прочес. Мне такой нравится больше и удобнее с ним работать. Так, глазки на безопасном креплении. У меня 16 мм. У меня, видите, вот такие вот цветные глазки. 16 мм диаметр. Носик. Ширина идет 2,5, ой, длина идет 2,5 сантиметра, и здесь 2 сантиметра у нас ширина. И на этом все. Кстати, если вы хотите, чтобы мишка ваш очень прям был такой тяжеленький и устойчиво прям сидел, а не надо было искать ему положение, в котором он захочет это делать, можно использовать сюда гранулянт. Он продается в магазинах для рукоделия. У меня его найти пока невозможно, поэтому я делаю без него. Ну что ж, приступим к самому мастер-классу. Начнем мы вязать для начала ручки. Набираем в кольцо амигуруми 8 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий, четвертый. Затягиваем хорошо наше кольцо. И ставим маркер. У меня это маркировочная ниточка. Второй ряд мы вяжем 8 прибавок. То есть в каждый столбик предыдущего ряда мы вяжем по 2 столбика без накида. Провязали первую прибавку. Вторую. И так еще 6 раз. Третий и четвертый ряд вяжем по 16 столбиков без накида. Первый, второй. Так, 2 ряда. Пятый ряд. Мы вяжем 2 убавки подряд. Сначала провязываем первую убавку. Я их провязываю за передние полупетельки.
И дальше провязываем вторую убавочку. Все, у нас осталось 12 столбиков без накида. Провязываем их. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Шестой ряд мы снова вяжем 2 убавки. Первая. Вторая. И дальше провязываем 10 столбиков без накида уже до конца ряда. Седьмой ряд мы снова провязываем 2 убавки. Первая. Вторая. И 8 столбиков без накида провязываем до конца ряда. Провязали мы 7 рядов. Дальше с 8 по 17 ряд будем провязывать по 10 столбиков без накида. Это у нас получается 10 рядов. На этом этапе уже можно наполнить вот эту нижнюю часть ручки. Сейчас покажу. Вот наша нижняя часть ручки связана, я ее набиваю плотненько. Дальше вот до серединки примерно 5 рядов я набиваю совсем свободно. И последние 5 рядов оставшиеся я не набиваю совсем. То есть в них вообще нет наполнителя. Благодаря этому ручки вот так вот висят. А если бы был наполнитель, они бы вот так топорщились. То есть так, мне кажется, выглядит довольно симпатично. Без наполнителя верхней части. Вот провязываем еще 10 рядов на ручке. Довязали 17 рядов. Теперь нам нужно сложить ручку пополам и провязать 4 столбика без накида за обе стеночки. Но учитываем, что вот здесь у нас передняя часть лапки, поэтому нужно провязать еще дополнительно 2 столбика без накида. Первый. Второе, чтобы потом при ввязывании ручка смотрела у нас как положено прямо. Так, провязали вот 2 столбика без накида. Теперь ручка у нас выровнялась. И складываем деталь пополам, провязываем 4 столбика без накида. Первый. Второй. И последний столбик, четвертый. Ниточку закрепляем, отрезаем небольшую, потому что ручка будет ввязываться в туловище. Вот такая вот деталь у нас готова. Вяжем вторую ручку точно таким же способом. Приступаем к вязанию ножки. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первую петлю от крючка мы пропускаем, со второй начинаем вязать. Надо провязать нам 4 столбика без накида в каждую петлю. Первую провязали, следующую второй, третий, четвертый. Последнюю петельку мы провязываем 3 столбика без накида. Первый провязали, в это же основание второй и в это же основание третий. По второй стороне мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. И в последнюю петелечку вяжем прибавку. Первый столбик, второй столбик. Отмечаем конец ряда маркировочной ниточкой или маркером. Мне проще всего ниточкой это делать. Второй ряд мы вяжем прибавку. 3 столбика без накида.
первый, второй, третий. Далее вяжем 3 прибавки. Первая прибавочка провязали, вторая прибавочка, в следующую петельку третья прибавка. Вяжем 3 столбика без накида. Первый провязали, второй, третий. И в оставшиеся петли вяжем 2 столбика в первую петлю и 2 столбика во вторую. То есть 2 прибавки. Провязали второй ряд. Третий ряд мы вяжем столбик без накида, прибавку, 4 столбика без накида, первый, второй, третий, четвертый, делаем прибавку, провязываем 3 столбика без накида, первый, второй, третий, прибавка. Следующее, провязываем 4 столбика, первый, второй, третий, четвертый, прибавка. И еще 2 столбика провязываем без накида. Первый, второй. Это был наш третий ряд. Четвертый, пятый ряд мы вяжем без изменения, по 22 столбика в каждом ряду. Шестой ряд. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем убавку. Снова провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Убавку вяжем. И провязываем еще 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой ряд. Сейчас поставим маркер. Седьмой ряд вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем 2 убавки подряд. Первая убавочка. Вторая. Провязываем 1 столбик без накида и снова 2 убавки. Первая. Вторая. И довязываем оставшиеся 5 столбиков без накида. Первая. Второй. Третий, четвертый, пятый. Следующий ряд вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем подряд 3 убавки. Первая, вторая и третья убавка. Вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в последние 2 петельки мы делаем убавку. Так, провязали мы 8 рядов. Дальше с 9 по 16 ряд мы будем вязать по 12 столбиков без накида.
у нас получается? 8 рядов. Ножку наполняем. Провяжем еще пару рядов, потом наполним ножку, вот эту часть. А вверх, получается, вот эту часть ножки наполняем. Вот эту часть ножки я не трогаю совсем, то есть она вообще без наполнителя. Навязали 16 рядов, теперь складываем ножку пополам, и для того, чтобы она была ровненькая, нам надо будет провязать еще 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Так, теперь складываем ножку передом, и вот теперь все ровненько. Провязываем 5 столбиков без накида за обе стеночки петли. За петли вот этого и вот этого заднего ряда. Первый столбик без накида. Второй столбик. Третий. Четвертый. И последний, пятый столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем. Оставлять ниточку для пришивания не нужно, потому что ножки у нас будут ввязываться в туловище. Вот такая ножка у нас получилась. Вторую вяжем аналогичным способом. Связали ручки и ножки. Теперь переходим к вязанию туловища. Набираем 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Одну петлю пропускаем и со второй петли от крючка вяжем 7 столбиков без накида. В каждую петельку первый провязали, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. В оставшуюся петельку мы провяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, по второй стороне 6 столбиков без накида вяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и в оставшуюся петельку мы провяжем прибавку. Один столбик, второй. Ставим маркер и вяжем второй ряд. Во втором ряду вяжем прибавку. 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше вяжем 3 прибавки. Первая, вторая, третья. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в оставшиеся петли провязываем 2 прибавки. Первая и вторая. Закончили второй ряд. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
6. Дальше вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем так 3 раза. Провязали первый, в следующую петельку прибавка. Второй прибавка. И третий раз столбик без накида, прибавка. Далее 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. В оставшиеся петельки вяжем столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый провязали столбик, в следующую петельку прибавку, второй столбик и в последнюю вяжем прибавку. Четвертый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, первый, второй, прибавка, 6 столбиков, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Далее 2 столбика без накида, прибавка, повторяем так 3 раза. Первый столб, второй, прибавка, снова 1 столбик, второй столбик, прибавка. И третий раз. Первый столбик, второй столбик, прибавка. Далее 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в оставшиеся петельки вяжем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, прибавочка. И второй раз. 1 столбик, второй столбик и прибавка. Пятый ряд мы вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, прибавку. 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Дальше 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка. Дальше 6 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И в оставшийся вяжем 3 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, второй, третий, прибавка, первый, второй, третий, прибавка. Шестой ряд вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка, 6 столбиков, дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка, повторяем так 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, прибавка. И так еще 2 раза.
6 столбиков без накида. И в оставшиеся петельки 4 столбика без накида прибавка 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый прибавка. Также еще один раз. В следующем ряду мы будем ввязывать с вами ножки. Начинаем. Это у нас будет 7-й ряд. Мы провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй. Теперь берем одну нашу ножку, прислоняем, чтобы ножка смотрела пяточкой вовнутрь. Естественно, носочек смотрит у нас вперед. И провязываем 5 столбиков без накида вместе с ножкой. Захватываем петельки на ножке, вставляем их на крючке. И тут же захватываем петельки на туловище. И провязываем их вместе. Первый провязали. Также провязываем второй столбик. Третий. Четвертый. И последний, пятый столбик. Эту ниточку мы сейчас будем ввязывать одновременно. Дальше провязываем 4 столбика без накида. По туловищу первый столбик, второй, вот эту ниточку я сразу ввязываю, третий, четвертый, и присоединяем вторую ножку. Также носочек у нас смотрит вперед. Захватываем петельку на ножке. И здесь же захватываем петельку туловища. Провязываем вместе столбик без накида. Первый провязали, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Дальше мы вяжем. И дальше провязываем 31 столбик без накида. Ниточку от второй ножки мы также ввязываем сразу в туловище. Столбики без накида до конца ряда. Следующий ряд вяжем 2 столбика. Первый. Второй. Дальше мы вяжем 1 столбик без накида прибавка 7 раз. Первый столбик провязали, в следующую петлю прибавка, второй столбик прибавка, третий прибавка, четвертый прибавка, пятый прибавка, шестой прибавка и 7-й столбик прибавка. Дальше провязываем оставшиеся петли столбиками без накида до конца ряда. 32 петли у нас должно получиться от второй ножки. Ой, девочки, 31 петля. Сейчас посмотрим. Первая, вторая, третья. Дальше мы вяжем следующие 5 рядов с 9 по 13 по 54 столбика без накида в каждом ряду.
Провязали 5 рядов без изменений. Следующий ряд у нас будет 14. И мы вяжем 7 столбиков без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Делаем убавку. И вяжем точно так же еще 5 раз. Довязали до конца ряда, у нас получилось 48 столбиков. Дальше 15 ряд, вяжем 6 столбиков без накида, убавка, также 6 раз. Повторяем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Делаем убавку. Точно так же вяжем до конца ряда. Провязали, в конце ряда получилось 42 столбика. Следующий у нас идет 16 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Делаем убавку. И так до конца ряда. Дальше 17 и 18 ряд мы вяжем по 36 столбиков без накида. Два ряда. Следующий 19 ряд вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Дальше провязываем 6 убавок подряд. Первая убавочка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая убавочка. Оставшиеся 20 столбиков провязываем без накида. Первый столбик, второй, третий. Довязали дальше. 20-22 ряд вяжем по 30 столбиков без накида. В общем, получается 3 ряда. Довязали 3 ряда. На этом этапе вы уже можете набить туловище мишки примерно до серединки, можно где-то до сюда. Но я уже буду набивать, когда полностью довяжу туловище. Сейчас будем вязать с вами 23 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, убавка, но повторяем это не 6 раз, а 5. То есть в конце, когда провяжем 5 раз, у нас должно остаться 4 петли. Мы будем в них ввязывать ручки. Сейчас покажу как. Сначала вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Делаем убавку. И еще 4 раза провязываем точно так же. Так, провязали, и у нас осталось, тогда оговорилось, не 4, а 5 столбиков, 5 петелечек. Теперь ввязываем ручку. Ручку опять-таки располагаем правильно, чтобы у нас передняя часть смотрела вперед. И вяжем ручку. Провязываем по туловищу. Один столбик без накида. Теперь берем нашу ручку и провяжем столбик без накида вместе с туловищем и одной петелькой ручки. Провязали. Теперь второй столбик ручки также провязываем вместе с туловищем с одной петелькой.
сейчас эту ниточку уберу, чтобы вам было видно. Третий столбик, третью петельку мы захватываем одну на ручке и на туловище делаем убавочку. Под ручкой получается прям. Вот. Проводим через них нашу ниточку. Сделали убавочку и вытягиваем ее уже через ручку. Это было 3 столбика у нас получилось. И захватываем последний столбик на ручке и столбик на туловище. И получается, мы просто ввязали ручку и сделали сразу же под ней одну убавочку. Завершили ряд до конца. Дальше 24 ряд. Мы провязали, начинаем вязать. 9 столбиков без накида вяжем. Первый. Один столбик мы уже провязали вместе с ручкой. Сейчас мы вяжем еще 9 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И 9 столбик. Берем нашу вторую ручку и провязываем 4 столбика без накида вместе с ручкой. Захватываем обе петельки и на руке, и на туловище. Второй. Так. Третий. И последний, четвертый. И уже довязываем по туловищу 8 столбиков без накида до конца ряда. Ниточку я сразу ввязываю от ручки оставшуюся. Так, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой. Так, сместился у нас немножко ряд. Мы провязываем 8 столбиков ниточку. Сейчас поставлю маркировочную. Теперь начало ряда у нас будет вот здесь. Следующий 25 ряд. Провязываем 24 столбика без накида. Это последний ряд туловища. Но ниточку мы не обрезаем в конце. Мы продолжим вязать голову. И довязываем до конца ряда столбики без накида. Вот такая часть у нас уже с вами получилась. При набивании учитывайте пышные формы нашего мишки. То, что у него вот такой выпирающий животик. Сюда добавляйте побольше наполнителя. Также сзади у него все такое же кругленькое, полненькое. Так, готова первая часть. В следующей второй части мы уже с вами свяжем голову, свяжем мордочку, ушки, сделаем мишке хвостик и оформление мордочки. Всем спасибо за просмотр. Переходите во вторую часть. Как только она появится, я размещу ссылочку на нее под этим видео в описании.